Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды за Лигу Сёгунов 3 звезды. Сегодня у нас второй день после буста, поэтому смотрим, где мы с тобой сейчас окажемся. Я думаю, нас опять понизят до самураев. А как думаешь ты? Давай проверим. Турнирка. Нет, смотри-ка, я оказался неправ. Мы с тобой сохранились в Лиге Сёгунов. Ну, пускай даже пока одна звезда и ранг, как ты видишь, сотый. Так, ребят, давайте-ка быстренько с вами исправим это положение дел. Оно меня вполне не устраивает. Так что нужно здесь выпрямляться. К тому же, еще раз повторяю, ребят, второй день. Второй день, это тот же самый буст. Не раскисаем, будем сейчас давать звездюлей нашим противникам. Но единственное, что нам придется вот с этими ребятульками взять кого-нибудь помощнее. Все-таки 45 уровень в серебре, а тут у него золотишко, да, привалялось. Поэтому давай возьмем с тобой нейтрализатора, возьмем с тобой караечку, тихо, караечку и все. Ну что, будем надеяться, что голубь Пит, Бибоп и Рокстеди выживут в этой схватке. В неравной, поверь мне, в неравной схватке. Так, ну что, карайка, естественно, будет ходить первая. У нее инициатива-то побольше, и посмотрим, сколько... Ну, в принципе, неплохо, ребят. Так, давай-ка мы, наверное, уничтожим нейтрализатора. О, Пит, я тебя умоляю, я... И этот сейчас хильнется. Это фулл хп, ребята, у них. Фулл хп, ё-моё. Сейчас, по-моему, полетят клочки по закоулочкам у нас. Видишь, они все переключились на Пита. Так, кто сейчас должен ходить? В принципе, Донателло. Мы сможем вырубить его? Ну, по крайней мере, мы его оглушили. Так, а если я брошу туда гранаты? Так, ну хотя бы минус один, это уже хорошо. Следующий, кто, наверное, у нас будет падать, это Сплинтер. Дальше я хочу... Может, хильнуться? Давай я, наверное, все-таки хильнусь. Так будет правильнее. Теперь уничтожаем Донателло. Дальше. А дальше морозильная кошка ходит. Ускоряет команду из двух оставшихся персонажей. Тогда мы с тобой сделаем вот так вот. Тюш. И добивка. Блин, ну это слава богу, ребят, мы здесь с вами никого не потеряли. А я уже было подумал, все, Питу кранты. Но нет, выкрутились, так сказать, да? Вылезли из сложной ситуации. Красавчики. Ну, морозильная кошка, ты сам видел, да? Что она сделала? Какую нам большую пакость. Она взяла просто весь отряд вражеский, захиляла после удара карайки. А карайка практически их выбила всех. Да, было напряженно. Ну что, берем с тобой тогда... Наверное, вот этот отрядик. Как ты понимаешь, тут 50... А, 50-й все-таки уровень, да? Нету 51-го, 50-й и 49-й. Ну, я даже не знаю. Давай возьмем кого-нибудь одного из сильных. Одного из сильных — это примерно, ну, что-то уровня вот Паукуса, да. Это уровень Паукуса, 61-й ранг. Я не скажу, что это имба, прям супер-пупер, но для подстраховки, я думаю, зайдет. Естественно, здесь заклятые противники. Это Донателло Ролевой и Бакстер Стокман. Ну и что это такое? Ну, ёк-макарёк. Так, сейчас будет отхил, да? Или не успеет все-таки? Ну, посмотрим, Шреддер мне поможет в этом деле. Да, хила не будет. Танцев тоже. Уничтожаем Бакстера Стокмана и Рафаэльчика. Изи. Я думал, будет посложнее, но сам видишь, все прекрасно, мы справились здесь. Опять же, хорошо нам здесь подсобил Паукус со своей массовой атакой. Очень много отнял здоровья у противников. А мы с тобой занимаем 55-ю позицию. Заметь, заметь, что сегодня намного тяжелее все идет. Да? Продвижение идет так медленно, потому что уже, как говорится, устоялись игроки. Уже нет такого ажиотажа, как в первый день, да, где все начинают с нуля. А уже все стоят и сидят по своим нишам. Как говорится, и ждут. Ждут, когда Рэй проснется и начнет им раздавать звездюлей. Так, здесь я, пожалуй, возьму Змейка Вьюна. Да, возможно, ты скажешь, несправедливо маленько брать против 51-х 70-го уровня. А ты думаешь, справедливо, когда против тебя 51-е ранги прокачанные по топу? То есть у них прокачаны все скиллы и все навыки. И вот это справедливо? Нет, конечно. Поэтому я имею право взять себе, как говорится, подстраховку.
тысяч. Минус 3. Нет, минус 2 и добивка, скорее всего. Так, этот гвоздодер не упал, а? Ты посмотри на него. Молодец, Рафаэль. Ну что же, совсем-совсем другое дело. Игра, как говорится, пошла в нужное русло, и мы с тобой даем звездюлей. Так, какой там? 30-е, да? 30-е. Отлично. Ну что же, двигаемся дальше. Сегодня у нас еще будет испытание, об этом не стоит забывать. А вот какое? Ну, наверное, девичью силу мы с тобой оставим на потом, да? Возьмем что-нибудь посерьезнее. Вот тут, кстати, ребята, очень офигенный риск. Потому что противник уже, как ты видишь, 55-53 уровень. Нам придется вот этих вот слаймиков отыгрывать через кого-то из сильных. И здесь в данный момент, наверное, будет зэк. Я думаю, что у зэка хватит сил и храбрости, и наглости, чтобы хотя бы большую часть здоровья у них отнять. Давай проверим. Ну, примерно так. Карайка, отстынь. Так, у нас хорошо есть Кирби. Если он выживет, конечно, это будет круто. Он выживает. Так, делаем сразу отхил. Дальше, наверное, будем все-таки делать дебаф, я думаю. Так, меткость кому-то, скорость понизили. А этот защиту, гаденыш. И рад стараться, а. Ну что это за удар, а? Че, придется нам, ребята, брать провокацию. По-другому никак. Что у нас тут? В принципе, да, наверное, можно уничтожить Роквелла. Теперь, наверное, я все-таки буду Донни надо бомбить. Минус Донни. Теперь сделаем крик. Крик души. Так, Сплинтер хорош, может быть, уже, а? Со своими контратаками. Да, что-то нам как-то это не особо здесь помогло сильно. Донни, ты как? И Донни даже не смог завалить. Ну, а ты? Да иди ты в баню. Что он такой прям, я не знаю, имбовый такой? Все, наконец-то, зэк, молодец. Так, поцелуй смерти. Промахнулась Карайка. Слышите вот этот звук? Пим-пим. Это, ребята, второй эмулятор загружается и на нем обновляются игры. Поэтому не пугайтесь, если слышите такой звук. Ты дичь. Так, погоди секунду. Давай-ка вот так, наверное, сделаем с тобой. А если вот так? Да ну. Нет, ребят, пока они все-таки слабые. Вы сами прекрасно видели. Они даже не могут попасть по противнику, который всего лишь на 2 или на 3 уровня выше их. Ну это разве дело? Нет, конечно. Поэтому про равный бой здесь даже и разговоров быть не может. Ну что, 6-я позиция у нас с тобой. Так что 15-20, берем эту команду. Возьму я, наверное, здесь Ваньку. Встаньку. Ваньку, встаньку возьмем и... Раз, два, три, четыре. Ну, приблизительно мы сравнялись по уровню, да? Приблизительно. Но не по прокачке. Потому что прокачка у них все равно будет сильнее. Как ни крути. О, усиление атаки делать на всю команду. Молодец, Майки. А если мы тебе вот так дадим? Ты-дыч. Круто, согласись. Остался только один Майки, и то, которого мои кролики быстренько заварганили. Все, идем. Идем дальше. Быстренько шеймин там. Интересно, а докуда мы сегодня дойдем с тобой, а? До Лиги Мастеров сможем добежать, как ты думаешь? Я думаю, нам, в принципе, это по плечу. Единственное, что у меня 4 отката всего лишь. А откаты я еще сегодня, друзья мои, не юзал. То есть не смотрел я рекламу. То есть, грубо говоря, у нас с тобой 14 откатов. Так, здесь мы с тобой возьмем, наверное, вот так и вот так. Я думаю, что это будет справедливо. Раз, два, три. У нас с тобой здесь будет провокатор в виде Тимати, да? Плюс массовик затейник с запахом изо рта, это Джастин. Рафаэльчик. А почему Рафаэль, интересно, ходит здесь первым в своей инициативе, хотя он 53 уровня, а Джастин, извини, 80-го, даже Тимати 70-го, а ходит Рафаэль. Я в первый раз узнаю, что у Рафаэля офигенная такая инициатива. Вот серьезно говорю. Ну что, запах изо рта делаем. Ой, как же он им не нравится, ты видишь? Ну-ка. А, фиг ли этот дрон, выпускайтесь, он не прокачанный, ребят. Тыч, нормуль.
Ну что, мне нравится, пока у нас все идет отлично, и мы с тобой двигаемся дальше. Так, какая позиция у нас сейчас будет? И это 60-е, 60-е, да, значит, получается? Да, я думаю, все у нас шансы с тобой есть сегодня попасть в Лигу Мастеров. Давай я возьму, наверное, Шредера, Шархана. Шредера, Шархана и вот этих вот ребят. Так, погоди секундочку. Погоди секундочку. Не так мы с тобой сделаем. Абсолютно не так. Мы сделаем вот так вот лучше. Почему, ребят? Потому что они меня опережают потихоньку. Ты посмотри, у них уже 55 уровень. Если я сейчас возьму там 70-х и опять 52-х, он уже будет почти 60-ми, а я еще только на 50-х буду, ребят, плясать. Так что нам нужно с вами ускоряться. То есть за счет своих имбовых персонажей мы будем с тобой как бы приравниваться к его уровню. К его уровню именно противников. Так что, да, это как варик. Двигаемся с тобой дальше. Так, занимаем с тобой местечко, наверное, 40-е, да? 46-е. Блин, медленно очень идем. Медленно, но уверенно. И почему-то мне не дают 16-21. Ну или хотя бы 15-21. Не-а. Вот, все-таки я выпросил. Здесь я возьму Леонардо. И раз, два, три, четыре. Ну, ты понимаешь, да, что у Леонардо достаточно одного здесь, чтобы всех закосить. И, кстати, скажу вам, очень много в комментариях пишут такие просьбы: Рэй, я только начал играть в игру, помоги мне составить лучшую, так сказать, команду. Еще раз повторяю для новичков. Ребята, если вы начинаете в эту игру играть, то в первую очередь прокачивайте тех персонажей, у которых есть массовые атаки. Не имеет значения, будь это там Бакстер Стокман или кролики, если у вас там есть, я имею в виду маузеры вот эти вот. Или кто у нас там еще по массовым атакам? Например, тот же самый Леонардо, который его вертушка. Еще у нас есть Карайка. Вот качайте именно им массовые атаки. Я имею в виду именно этот шестой скилл. Прокачивайте его по полной программе. И тогда вам будет проще двигаться дальше. Потому что будут такие испытания, где надо будет очень быстро и эффективно ложить врагов пачками. А пачками ты их можешь эффективно вложить только в том случае, если у тебя есть массовые атаки. Только в этом случае. Вот, видишь, проблема опять пошла. У меня 54-й, а у него уже 61-й. И Бакстер Стокман мне здесь не в помощь. Почему? Потому что у него инициатива полная Г. И мы с тобой возьмем в этом случае тогда, естественно, Армагушу. Ой, ёк-макарёк, Армагушу-то я взял, а не добрал. Ё-моё. Вот что значит заговорился. Я не добрал одного персонажа к себе в команду. Ай, дурила Столеросовая. Ну, что ж поделаешь. Вот так вот заговариваешься бывает порой и не досматриваешь такие моменты. Ну, это моя ошибка, это уже тут ничего не скажешь. Тупанул, причем по-жесткому. Но, тем не менее, мы с тобой перебрались в Лигу Сёгунов 3 звезды. Это хороший знак. Поехали. Так, Шредера берем. И с нашим Шредером возьмем... Раз, два, три, четыре. Вот, и, кстати, еще хотел сказать, что массовые-то массовые атаками. Еще не забывайте про хилов. Из хилеров я бы выделил, наверное, трех. Это Леонардо как хилер. Это Майки. И, наверное, Шредера бы взял бы, да. Но не супер Шредера, потому что у вас наверняка его еще очень долго не будет. Тем более, кто начинает только играть. А Шредер, как его, не классический, ну, короче, механический, может быть, так его назвать. В общем, клон Шредера, вот его. Потому что из хилов еще, ну, я не знаю, Крип, он хоть и таунт, но из него хил так себе. Причем он хиляет только себя. Можно было бы, конечно, Донателло ролевого взять, но, опять же... Я сомневаюсь, что он у вас появится на ранней стадии. Рафаэля хорошо брать как провокатора вот этого вот Рафика. Он очень хорош.
Причем у него, когда ты прокачиваешь до 6-й ступени последний скилл, он практически, ребята, постоянно, он практически всегда делает контратаку. То есть, кто бы его ни ударил, хоть массовой атакой, хоть одиночной, он все равно будет контрить. И с этим ты ничего не сделаешь. Тыдыч. Вот, видел Бакстера Стокмана. У него, кстати, хорошо, что есть две массовые атаки. Это вот большой, огромный плюс. Да, ребята, если будут персонажи, у которых есть несколько массовых атак, конечно же, прокачивайте их по возможности. Ну и вот я тебе говорил про хила. Майки очень хороший хилер, так же, как, в принципе, и Леонардо. У Майки что есть? Это уклонение. Все, наверное, знают, да, про его способность делать танец, который дает нам уклонение на два хода. Это очень классно. Оно очень... Помню, как мы только его получили, этого Майки, да, и начали прокачивать. Ты вспомни, сколько мы поединков провели именно с ним на его танцах, и сколько мы боев выиграли, в принципе-то. Это еще было задолго до того, как у нас появился там Супер Шреддер или там еще кто-то из мощных. Мы именно на этих ребятах и выгорали, как говорится. Отжигали и выигрывали. Так, ну что, вот здесь у меня вот щекотливая ситуация, потому что железноголовый... А, у нас есть Боксер Стокман. Тьфу ты, уже заговорился. Конечно же, Рокзар, господи, о чем я. Так, сделаем с тобой массовую атаку. Тьфу ты, ё-моё. Ребят, ну что за заговоры? Массовую защиту, конечно же. Конечно же, массовую защиту плюс массовая атака от железноголового. Кстати, тоже, ребята, неплохой таунт, в принципе. И есть массовые атаки, но большой минус, что у него хромает инициатива. Так, этот уходит в инвиз. Дальше мы с тобой добиваем, да? Да. Еще минус. И остается последний охламон. Мы его тоже добиваем. Все. Но вот дальше будет проблематично нам играть. Почему? Потому что слабых персонажей у меня еще целый вагон, а топовых не осталось. И, конечно же, придется сейчас делать откаты. Хотя бы по одному. Ну, на 4 поединка меня здесь хватит. Как говорится, еще с лихвой, потому что я буду брать, естественно, Супер Шреддера, а вместе с ним будут идти, ну, вот эти вот наши персонажи. Я не боюсь. 60-63 уровень для Супер Шреддера, в принципе, должны быть на один зубок. Хотя Армагон их выносит быстрее, но Шреддер все-таки делает постепенный урон с очень большой вероятностью. Ну, тут сам все видел, да, и все прекрасно понял. Супер Шреддеру 60 уровень, это так, растереть и выкинуть. Так же, в принципе, как и Армагону. Так, 20-я позиция, ну что? Еще, наверное, поединочка 2, и мы уже с тобой будем на месте в Лиге Мастеров. Так, 16-22 нам дали. Возьмем с тобой Армагошу. Раз, два, три, четыре. Ну, повторюсь, что Армагон может не добить своим валуном. Он может так, ребята, сфейлиться. Не очень, конечно, часто он это делает, но он делает. И тогда, да, естественно, начнут лететь с нас головы. Потому что у нас слабачки инициативой не владеют, и их будут просто разбирать. Ну что, какой мир? А, мы уже с тобой все, в Лиге Мастеров, ребята, уже. Быстро добрались, оказывается. Так, погнали тогда дальше. Не берите отряды, где вот есть этот Микеланджело. С ним лучше не драться. Если вы его не убьете в первом ходу, то вы, возможно, проиграете целый поединок. Потому что он дальше делает уклонение свое, и все, и ты фиг попадешь. Так, ну что здесь у нас? Давай, Супер Шреддер, прояви свою прыть. Замечательно. Видишь, на всех висит постепенный урон. Полетел. Да, ребята, этот, конечно, удар очень слабый, он потому что не прокачанный, и вообще мы с тобой только недавно перевели нашего Майки Космос фулл золотой, как говорится, фулл золотые звездочки, да? Его нужно прокачивать на платину, ну и, соответственно, прокачивать ему скиллы. Так, мы занимаем с тобой какую? 80-ю, наверное? Да, 80-ю позицию. И... Так, мне дадут 16-23, вряд ли. Слишком еще маленький, да, скажут. Хорошо. Последний откат у меня остается. Берем с тобой Супер Шреддера. Последний откат, и персонажи, как ты видишь, еще прилично.
Так, ну что, мы можем с тобой, в принципе, купить откаты, а можем посмотреть рекламу. И я, наверное, склонен все-таки посмотреть рекламу и 10 халявных откатов получить. В любом случае, они нам дальше пригодятся. Упс, упс. Ага, вот так ты сделал, да? Тогда получи в головешку свою непутевую осколок. Так делать нельзя. А так если? Есть. Все, распетрушили и двигаемся дальше. Так, я, наверное, все-таки буду смотреть рекламу сейчас, ребят. Ну, для вас это и секунды не пройдет. А мне вот придется просмотреть и заодно, наверное, кофеечку налить. Да? Наверное, так. Так, подожди, я уже забыл. В магазин, конечно же, в магазин. У нас, кстати, что-нибудь есть? Так, здесь мы ничего не можем взять. Здесь тоже. И здесь то же самое. Понятно. Так, энергия. Вот она. Так, ну что, я забрал последние, как говорится, билетики. Поэтому продолжаем. 16.22. Ну что, возьму, наверное, Шреддера. И сколько у меня тут? Раз, два, три, четыре. Ну, в принципе, можно сделать еще два поединка. Окей, сделаем. Ну что, давай, Супер Шреддер, наяривай по полной программе. Вот, видишь, здесь уже пошла недобитка. Но эта недобитка не страшна, потому что постепенный урон в любом случае на них висел, и они на своем ходу просто помирали бы. Так что все отлично. И последний заключительный бой. Так, мы куда с тобой переместимся? 43 место. Я думаю, где-то до 30-ки сегодня мы доберемся. Это будет, кстати, неплохой результат. 17.23. Я возьму Армагона, я возьму Супер Шреддера. Раз, два. И кого-нибудь из ватных. Ну, вот так, например, сделаем. Все. Как ты понимаешь, сейчас будет супер удар от Шреддера, супер удар от Армагона, и победа за нами. Смотрим. Так, раз, два, и, ну и в принципе готово все. А нам с тобой остается что сделать? Пройти какое-то событие. Если мы девичью силу с тобой оставляем на потом, то что у нас там остается? Ну, какое место мы займем с тобой? Даже 19-е. Ребят, ну совсем чуть-чуть не хватает, чтобы перейти в Лигу Мастеров 2 звезды. Но время еще будет. Еще раз повторяю, мы на выходном, так что все отлично. Так, пройдем давай быстренько с тобой серию испытаний. Завтра, наверное, мы будем уже проходить с тобой полностью эту серию испытаний. То есть ее пройдем от начала и до конца. Точнее, даже не пройдем от начала до конца, а допройдем. Потому что осталось тут уже немножечко. Или же можно, в принципе, пройти, когда мы уже с тобой все события сделаем, да? Как говорится, нам будет нечего делать. И мы можем как бы просто ради прикола пройти ее. Окей. Так, добил его наш Рафаэль. Так, ну здесь-то что? Раз, два, минус. Давай сделаем, наверное, супер удар с тобой. Ага, ну как Криса Брэдфорда. Есть. И паукус упал. Так, давай смотреть дальше. У нас еще, блин, мы будем прокачивать хвост телепорта у нейтрализатора, да? Там, по-моему, нам не хватает комиксов. Так, здесь мы с тобой выполнили. Забираем награду. Вот, сразиться в боях. Как раз это у нас и будет. Нейтрализатор, навыки. А, да, комиксы. Блин, 8 комиксов, что ли? Ты серьезно? Блин. Я сейчас припарюсь, если честно, искать эти 8 комиксов. Раз. Два. Да и все, что ли? Во, вот здесь, кстати, больше, наверное, шансов вытянуть. Да, конечно, больше шансов. Ага. Так, 3. 4. А нам нужно 8, да? 4.
Пять. Пять, говорю. Еще раз пять. Шесть. Ой, как тяжело, не? Шесть. Еще два. Ну, тыкву дают и все, а. Семь и последний. Я говорю, последний мне дайте. Блин, сейчас пицца кончится, прикинь. Трындец, нет. Пицца кончилась, все, ребят. Одного комикса не нашел. Так, ладно, забираем награды. И поднять уровень персонажа. У нас с тобой сколько там? 29 тысяч мутагена. 5 лиса. 2, 3, 4, 5. 56 уровень у нашей, как говорится, лисички Алапекс. Ну, а мы с тобой идем на испытание. Давай возьмем, вот, точно, классическая буйня, ребят, конечно же, классика, ё-моё. Куда же я без классики-то? И, кстати, мы с тобой должны ее сегодня пройти всю, от корки до корки. Потому что здесь у нас с тобой крафтится, я говорю, фармится Бибоп, Рокстеди, не забывай об этом, плюс ко всему Крэнк и Шреддер классический, да-да. В общем, все классические преступники, бандиты и хулиганы. Да, которые нам нужны. Ну, ты сам понимаешь, тут первая волна самая легкая, да? Так, и вот так. Все, мы ее прошли и забираем с тобой ДНК на... А кто у нас там? По-моему, Бибоп, да? Да, Бибоп. Теперь идет у нас Рокстеди. Тут 20 уровень, в принципе, Сплинтер. Ну, наверное, до половины-то он дойдет, это однозначно. У него 71 уровень. Так, потом идет Донателло, у него 80 уровень. И Майки, у которого 90 уровень. Здесь, как ты видишь, ничего страшного нету. И, в принципе, 20 уровень для нас это на один зубок. Тем более, даже для Сплинтера. Так, минус Рокстеди, минус Кланфут. Минус еще кланфуд и последний кланфуд. Все. Забираем с тобой ДНК на Рокстеди. Слушай, а тут, кстати, при фарме, подожди-ка, мы если посмотрим, при фарме по одной ДНК дают или по две. Вау, вот здесь вообще круто, да, ребят? Блин, вот здесь вот можно будет позаморачиваться. Так, ну что, погнали дальше тогда. Здесь, в принципе, тоже можно было бы, но выпадает Донни. Донни классика, который у меня есть, и он мне как бы не нужен. Мне нужны именно те ДНК на тех персонажей, которых у меня не то что нету, которые у меня не прокачанные. Ну, по крайней мере, на 5 звезд золотых. Так, ну здесь все легко. Третья волна. Вот они, стоят охламоны. Рокстеди, Бибоп. Сейчас мы их запинаем здесь. Вот и все. Так, ну что, двигаемся дальше. Смотрим, кто у нас там следующий идет. Донателло классический, который у меня есть. А дальше у нас идет Леонардо классика, Рафаэль. Короче, пошли классические черепахи. Ну, ты сам понимаешь, да, что мне они не нужны. То есть, дойдем до Шреддера. Вот Шреддер и Крэнк. Вот я что-то сомневаюсь, разве в конце будут нам давать Крэнга? ДНК или не... Что-то вот не помню. Так, это у нас Шреддер, понятное дело. Шестой канал, все дела. Это, так сказать, боссик. Тип, который нас решил напугать. Он сейчас очень быстро получит звездюлей и... заплачет. Все, он уже плачет. Типа, пощадите, ага. Никакой тебе пощады, гаденыш, не будет. Сколько ты нервов потрепал черепашкам нашим, а? Да и не только черепашкам. Вообще всем жителям, да? Так, погнали. Ну, тут уже, как видим, 4 волны. То есть волны потихоньку-потихоньку проявляются. Я на автобой забыл нажать. Давай. Так вот сделаем. Уровень у противника уже 50-й. На следующей
волне. На следующем испытании будет уже 60-й, по-моему, да. Поэтому сплинтер уже будет в некой такой зоне опасности, где надо будет либо убрать, либо его офигенно защищать. Если вот так вот Рафаэль будет делать провокацию, то сплинтеру, в принципе, ничего не грозит. Хотя не забываем про массовые атаки. Нет, здесь не получается у тебя ничего. Переходим на третью волну и смотрим, что у нас тут. Ну, а тут ничего страшного. Тут только лишь Рокстеди и куча консервных банок, плюс Маузер. И один клан Футвиц там затесался что-то. Потерялся, отбился от стада, понимаешь? Так, минус Маузер. И минус клан Футвиц. Ну, а здесь они два. Это и Бибоп, и Рокстеди, они вместе. Как видишь, все легко у нас получается. Ну, за Майки, зачем? Зачем сейчас ты этот танец включил, я не понимаю. Для чего? Вот он здесь вообще был бесполезен на самом деле. На последней волне решил выпендриться, не знаю, правда, перед кем. Ладно, сделал. Так, это мы сейчас с тобой получаем ДНК на кого? На Рафа, да? Остается Майки, Шреддер и Крэнк. Так, 65 уровень. Все, ребят, на следующем этапе нам придется убрать сплинтера. Иначе мы его можем потерять. Так, отлично. Но сплинтер даже не может, ребята, вырубить Маузера. А с одной атаки, потому что он не настолько силен. Здесь только лишь сотые уровни могут сразу их валить. Так, зачем вот здесь вот Майки сделал танец? Опять же, для меня непонятно. Ну, лучше сейчас, чем на последнем противнике, в последней волне, согласись. Так, сплинтер нас пробафал. Причем так неплохо бафнул. Вот, Лео, зачем ты сейчас это сделал, а? Массовую атаку взял, применил на одного Рокстеди. Минус банка. Так, он делает свое пыльное яйцо, или как он это называется? Бомба. Пылевая бомба, что-то такое у него было. Бомбочка-то, помнишь? Все, он с ней экспериментировал там. Потом сплинтер вроде бы у него забрал эту бомбочку одну. Так, и последняя у нас волна здесь. Смотрим. Ага, вон он. Вон он, ребята, Шреддер-то стоит. Мы решили избавиться вначале от маузеров. Теперь. Так, ничего себе. Лео, ты красавчик. Пробивным сразу его уничтожил. Так, он меня оглушил. Пройдоха этакий. Ну что, забираем ДНК и двигаемся дальше. Давай. Микеланджело. Так, здесь смотрим, ребят. 70-75. Естественно, здесь уже убираем с тобой нашего сплинтера. Как бы нам не хотелось его оставить в команде, этого нельзя допускать, потому что тут, если честно, даже Донателло в зоне риска. В большой зоне риска, потому что он 80 уровень. Естественно, эти противники все будут делать атаки на него, так как он самый слабый здесь звено у нас. Так, две консервные банки плюс два клан футовца. Ну, с этим понятное дело. Тем более мы танец еще зарядили здесь. Фиг ты по нам попадешь. Так, и консервная банка. Все, переходим на третью волну. Здесь их всего 5. Ну, здесь то же самое, здесь лихотня. Даже До не справляется, ничего себе. Сейчас контратака. И еще контратака. Все. Клан Футуса победили. Теперь смотрим, что у нас тут. Слушай, а случайно здесь после них не этот ли будет? Не башня? Я вот что-то не помню. По-моему, башня. А, нет, не башня. Тут, по-моему, будет Крэнк. Или Супер Шреддер. Я вот что-то не помню. Запамятовал, если честно. Так,
Да-да-да, Майки, правильно делаешь. Я что-то не понял, главное, нифига себе не разбирают. Микеланджело 90 уровня, как будто он... Тихо, ты куда бежишь? Ты смотри, что творит, а? Так, ребята, извините, я инициативу беру в свои руки, потому что, ну, что-то тут уж вообще как-то... И успеть бы только. Все, успел, отжал. Так, делаем дуб защиту. Сразу же. Делаем отхил. Незамедлительно. Что ты там ищешь? Так. Минус. И минус. Последняя у нас пятая волна. Ну да, я так и думал, что будет башня. Но в башне будет, естественно, Крэнк. Давай, разворачивайся, сейчас мы тебе навтыкаем здесь везюлей. Потирает он свои там лапки. Вперед, в атаку! Орет. Дюш-дюш. Типа боксер такой, да. А как тебе пробивной мой? О, почти пол хп отняли. Так, давай-ка, наверное, я все-таки уклонение включу. От греха подальше. Не хочу, чтобы нас тут раньше времени чпокнули. Так, а если апперкот? Угу, все. Добили, ребят. Еще вылазит, там что-то высматривает. Но это не последний поединок. Последний поединок у нас будет сейчас. Что-то какое-то долгое такое событие. Так, Шреддер классический, да? Ну да, опять в меньшинстве. И здесь... Блин, Донателло, если я уберу, сможем ли мы без него пройти? Вот вопрос в чем заключается. Поехали, попробуем. Тут, наверное, придется очень много массовыми атаками пользоваться. Плюс ко всему брать провокацию на Рафаэля. Хотя они почему-то сами на него бычат. Минус. Так, кто у нас тут? 4 клан-футовца. Да, наверное, по удару каждому. Ага, по удару каждому. Нет, не так уж все легко и просто. Так, хилку повесили на себя, да? Хилка тебе не поможет, парень. Такое ощущение, что на нас какой-то дебаф висит. Но я на самом деле его не вижу. Ты видишь где-нибудь дебаф? Нет. А черепашки хреново. Интересно. Так, третья волна. Опять 3 клан-футовца плюс 1 маузер. Минус маузер. Поехали дальше. Офигенная пушка, да? Которая наносит урон, плюс еще дает отхил. Я бы себе такую тоже хотел бы. То есть двойная выгода получается. Ты атакуешь и хиляешься заодно. Так, минус один. Минус два. И минус три. Переходим на четвертую волну. Ну, здесь, естественно, бибоп. А, нет. А что-то я подумал, что здесь будет Бибоп, Рокстеди и Шреддер. Они, видимо, сейчас будут в последней волне. А, там они будут все, и Шреддер еще вроде бы. И, естественно, мы с тобой здесь, наверное, не будем тратить суперудары. Хотя, если прижмут, можно и потратить. Так. Ну, давай, 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 бомби. Так, ну что, теперь наша очередь, да? Уничтожать. Маузер. Пошел отсюда. Консервная банка, иди отсюда. И еще одна консервная банка. Сейчас мы ее... Хопа. А вот и последняя волна. Вот они, я же говорю, все. Ну, сделаем вначале уклонение, чтобы фиг по нам, как говорится, попали. Теперь пошли массовые атаки. А массовая атака только у одного Леонардо, и все. Клан Футус, по крайней мере, отдупился. Так, может быть, нам попробовать Шреддера сейчас наказать? Есть такое дело. А если кабана? И кабана наказали, отлично. Так, что ты там потираешь лапки, а?
Что такое? Ого! В первый раз, ребят, я увидел этот удар, прикинь. Я вот, сколько я играю, в первый раз видел этот удар. Я не видел его раньше. Ничего себе. Так, ну что, добиваем? Блин, нет, не получается. А сейчас? Да. И тут тоже добиваем. Все. Все, ребята, события мы с вами это прошли. И сколько нам дадут ДНК? По-моему, одну. Хотелось бы две, но дадут одну. Да. И сыра у нас с тобой остается 23 штуки. Ну что? Будем рисковать? Давай, попробуем. Тут просто сыра всего лишь 4 штуки надо. Угу. Да, конечно, комикс, чувак, выпадает. Маяк. 20 жетонов. О, Рокстеди классический. 2 ДНК. Отлично. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь 4 ниндзя черепахи. Твои кумиры от приемов, соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды, он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всяк умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты.